В этом курсе для написания и запуска программ на Python я использую iPython ноутбук, и вам рекомендую его использовать. К сожалению, интернет-сервис Vocari не предоставил возможность всем новым пользователям, которые пришли с этого курса, использовать iPython ноутбук через интернет. Поэтому давайте разберемся с тем, как установить iPython на свой компьютер, чтобы запускать iPython ноутбук локально. Для этого мы в первую очередь установим Miniconda. Это специальный такой пакет, менеджер пакетов для Python, который содержит также сам интерпретатор Python. Мы его скачиваем по этой ссылке. Если зайти на этот сайт, то вы увидите, что там есть несколько версий Miniconda. Надо выбрать ту версию, которая подходит для вашей операционной системы. При этом выбирать надо версию Python 3.4, поскольку мы используем третий Python в нашем курсе. Соответственно, выбираете либо 32-разрядную версию, либо 64-разрядную версию. В Windows можно понять, какая у вас версия системы, если посмотреть свойства компьютера. То есть, например, меню «Пуск», «Компьютер», правой клавишей щелкаете, выбираете свойства. И дальше тип системы будет у вас указано либо 32-разрядная, либо 64-разрядная. И соответствующую версию вы выбираете при загрузки инсталлятора. Когда у вас инсталлятор загружен, то если это Windows у вас, то вы просто щелкаете по нему два раза, у вас запускается установка. Если у вас Mac или Linux, то надо открыть терминал, перейти в папку, где у вас, куда загружен установщик, и вызвать команду bash miniconda sh. У вас запустится процесс установки. Надо будет там, что в Windows, что в других операционных системах, согласиться с лицензионным соглашением. Дальше будут какие-то настройки по умолчанию, которые лучше сохранить, чтобы пути к программам приписались в системный путь, чтобы доступ ко всем программам был без проблем. Лучше оставить настройки как есть по умолчанию, тогда у вас не будет никаких проблем с использованием. Дальше, когда у вас все установится, мы можем приступить к установке необходимых пакетов. То есть нам надо будет в командной строке набрать следующие 5 команд. Либо можно их руками, эти команды, набрать, либо можно запустить скрипт, который мы вам предоставляем. В этом скрипте написаны те же самые 5 команд. Они обновляют Miniconda, устанавливают iPython и необходимые библиотеки для запуска iPython ноутбук. Когда вы все это запустите, у вас все установится, что вам необходимо. Займет некоторое время, пару минут, для того, чтобы все эти пакеты загрузить на ваш компьютер и установить. Дальше в командной строке или в терминале мы можем запустить iPython ноутбук, то есть набрать вот эти два слова. В Mac или Linux это вы делаете в терминале. iPython ноутбук. В Windows вы открываете командную строку. Можно найти ее тоже, если вы берете меню «Пуск», там есть поиск, и можно набрать команду cmd и просто нажать Enter. Здесь у меня Windows нету. Но если вы наберете там команду cmd, нажмете Enter, то у вас запустится такой черный экран, консоль, где можно набирать команды. И там вот вы набираете iPython ноутбук. Жмем Enter. У вас на машине запускается локальный сервер. И здесь можно создать новый ноутбук. New ноутбук. Щелкаем. И появляется такое окошко, где можно набирать, писать программы на питоне. Скажем, 7 делить на 5. Можно запускать, и все то же самое, что вы видели в видео, все то же самое можно делать не в Vocari, а прямо на вашей машине.